Перезагрузка и активация – вот главные термины, которыми сейчас оперируют в Олимпийском совете Ульяновской области. Около месяца назад в этой общественной, но очень влиятельной на региональный спорт организации сменилось руководство. Новый президент Олег Калмыков сразу дал четко понять – совет – это экспертная площадка для выработки рекомендаций для дальнейшей работы регионального министерства спорта и федерации по видам. Мы заинтересованы, чтобы у нас был очень сильный Олимпийский совет, как отделение Олимпийского комитета России, соответственно, чтобы во всем, что связано с привлечением ресурсов, это и интеллектуальные, это и мастер-классы, это и оборудование, в том числе средства на те или иные проекты, чтобы вот наш Олимпийский совет впереди всего этого был. 8 комиссий по главным направлениям. Такова новая структура регионального Олимпсовета. Они затрагивают все стороны спортивной жизни региона. Тут и пропаганда олимпийского движения в СМИ, и паралимпизм, и улучшение материально-технической базы, и подготовка спортивного резерва, и многое другое. Одна из самых важных комиссий – экспертная. Эта комиссия будет выявлять точки роста, посмотрите, я вот таким языком говорю, барьеры, которые препятствуют, и выдавать на гора рекомендации, что же надо сделать, чтобы какая-то федерация, какая-то группа очень активных тренеров, специалистов, ну, получили вот дальнейшее развитие и привели нас все-таки к олимпийским медалям. Именно экспертная комиссия будет следить за тем, чтобы вложенные в тот или иной вид спорта средства приносили реальный, максимально эффективный результат. При этом специалисты совета уверены, их рекомендации будут услышаны и приняты как руководство к действию. Это не значит, что мы будем отбирать у какой-то федерации деньги, передавать другую. Нет, базовый вид спорта будут получать те же ресурсы, которые будут выделены Министерством спорта. Уже в ближайшее время Олимпийский совет и региональные Минспорта подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ этот готов к реализации. А вот над стратегией развития ульяновского спорта специалистам еще придется покумекать. И копий вокруг этого вопроса наверняка будет сломано немало. По поручению губернатора Сергея Морозова общественное обсуждение стратегии началось сразу после новогодних праздников. Модель, она, конечно, должна быть своя. И в любом случае, как представитель Олимпийского совета, я хочу, чтобы четко понимали, как бы, в общем-то, функционеры от спорта, вплоть до губернатора, что приоритет должен быть за олимпийскими видами спорта. Физкультура от мала до велика, вкупе с исключительными условиями для самых ярких представителей. Так развивается спорт в Марий-Эл. Два опорных вида спорта, остальное – массовый спорт. Это уже модель соседней Мордовии. Как развиваться спорт в Ульяновской области – вопрос пока открытый. Наверняка разговор об этом продолжится совсем скоро. На ближайший понедельник намечено заседание Совета при губернаторе по физической культуре и спорту. Оно пройдет в Новом Лыкле. Михаил Рсашанский, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.